Всем привет, вы на канале Темное Лицо, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion, непосредственно 29-я часть игры под названием «Нет в наличии». Благодаря Котле Лаудесек стало известно о том, что клан Келли возит в Лондон новый опасный наркотик из Киара под названием «Корона Икс». Обнаруженную партию собирались и отвезли в район новостроек Венсбери. Доберитесь до новостроек Венсбери и избавьтесь от этого наркотика. Да, друзья, интересная миссия нам предстоит. Я друзья, всем желаю приятного просмотра и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Вы классные, друзья. И желаю вам еще раз всем приятного просмотра. Погнали, друзья. Избавимся, друзья, Лондон от этого дебильного наркотика. Кронос Икс. Это какое прикольное название. Все, друзья, погнали. Надеюсь, меня реально... Друзья, напишите в комментариях, это очень важно. Меня хорошо видно и слышно. Это очень реально важно. Все, друзья, погнали. Кстати, эта тачка, друзья, у меня офигенная, очень мне нравится. А, друзья, 28-я миссия не особо интересная была, скорее всего, но это, друзья, миссия обещает быть классненькой. По крайней мере, 27-я была точно интересная. Ух, класс. Друзья, скоро Новый год, какой же это кайф, а? Супер, а? Так, друзья, ага, район Сити, понял. Ой-ой-ой, здесь все правильно. Тачка офигенная, просто мне реально нравится. Тачка реально прикольная, это чего, а? Супер, а? Автобус это говно, мне не понравилось с ним кататься, а. Все, друзья, скоро доеду до цели. Ух ты, тачка тоже неплохая. Ого-го. Надеюсь, друзья, хоть в этот раз я ни одну машину не впитаюсь, а. Тачка реально неплохая, офигенная. Ух ты, вау. А мне нравится тачива. Ого. Эта тачка тоже классненькая у меня. Ого-го-го, Дима, давай, Дима, побейся рекорд. По неврезанию. Дима, пожалуйста. Ой-ой-ой, сука, дура тупая, а. Фига убегать на дорогу, спрашивается. Сейчас. Так, друзья, мы нашли этот тупой район. Надо сейчас теперь посылку тупую с Кроносом Икс уничтожить. Так, ага, вход нашел я, все. Сейчас я припаркуюсь. Я изучил грузовые манифесты. Вот клану Келли принадлежат три контейнера, которые отправили из Каира. А внутри дохерища Кроноса Икса, ясно. Расхерачим их. Кстати говоря, контейнеры оснащены защитным механизмом. При внешнем воздействии распыляется нервно-паралитический газ. Нестандартная мера безопасности. Обычно они полагаются на крепких ребят с интеллектом дверной ручки. Стало быть, трогать не буду. Мать, а. Я так-то вообще не люблю тусить близко к цели. Это сори, не хотел, прости, пожалуйста. Так, друзья, что как там? Ага, скачать. А, далеко слишком. Вот, друзья. Так, где наша цель? Так, первый ящик. Так, где еще? Так, где ящики? А, под низом ящик второй. И третий ящик находится тут. Вообще ящики недалеко, друзья. Изи. Ну, друзья, я хочу исследовать веселье с Кроном Килли. А именно, друзья, налево и направо и всех поубивать. Я люблю это делать, друзья. Мне нравится большой это заниматься. Поэтому, друзья, да. Я играю за киллершу. А киллерша, друзья, привык всех убивать. Она же не шпионка. По-тихому все делать, правильно? Хотя, в принципе, и киллерши и по-тихому могут все делать. Но, друзья, я исключение из правил. Я хочу всех их убить. Ага. Так, тебя. Ага, окей. Давай. Так, где? Так, где вы, козлы? Где? Ах ты, а, это такие бомбы, типа. О, прикольно, это такая бомба, а. Ах ты, сука. Кто меня ранил-то? Ни хрена себе. Аля, кто это, блин? Ах ты, сука, блин, нифига себе, не ожидал этого. Я реально не ожидал, друзья, что на меня, сука, капец. Я думал, я их, типа, ну, они все внизу находятся, а я ошибся, друзья. Охеренно. Ох, что, друзья, конечно, я ошибся, но я имею в виду миссия офигенная. Я люблю такие миссии выполнять, а. Так, отключайся. Отключайся к чертям собачьим, утырок. Сука, блин, надо было сразу его уничтожать, а. Перехватывайся, пускай со своих гостей, сам своих гостей, а. Сейчас он, сука, вас будет гасить, утырки. Ага. Давай. Вот классная миссия, друзья, я не хотел реально по-тихому все делать. Ведь, типа, друзья, вам было бы скучно, если я бы все по-тихому бы делал бы. Я больше уверен, а. Так, отключаемся. Хотя, даже знаете, как я сделаю? Сейчас, сука, я обойду эту суку. Так, это паук, понятненько. Это бот-паук. Это ясненько. Офигенно.
Я лучше сейчас, друзья, сейчас он вернется обратно этот строй. И сейчас кое-что я с ним сделаю. Так, тут я убил, ага. Это паучок. Ну-ка, паучка можно сломать? Нельзя, да? Обидно. Вот. Все самое главное этого любила. Так, я уж так сделаю. Не хочу здесь им управлять, я хочу сам всех поубивать, а. Без с помощью, без дронов, друзья. Очень круто. Так, где первая цель? Крона X. Так, наверху, по-моему, да? Крона X наверху или внизу? А, внизу. Все, все, понял, понял. Чуть нафига тоже сюда идти. Если все наверху, внизу находится. Не знаю, не знаю, но здесь, друзья, меня реально неплохо видно, а. Вот, видите, друзья, у меня новогодняя шапочка. Еще раз, друзья, вам всем желаю приятного просмотра и спасибо вам всем за поддержку. Реально, огромное спасибо. Ой, это вообще другой вход, друзья. Это зараза, балбес я. Вот, друзья, вот, все, я нашел. Молодец, Димон. Сейчас, друзья, первый ящик уничтожу. Есть. Так, второй ящик будет находиться тут, да? Ага. Понял, понял. Готово. Сейчас, друзья, патрончики возьмем. Такая миссия, друзья. Говорит, самая, наверное, короткая будет 20-летняя миссия. Ой, капец, я дерьмом дышался. Ах ты, сука. Да, конечно, тебя стреляют, а. Ты же сука. Ну, плохо, в смысле слова. Эта сучка продажная работает на убийц, который пытает людей. Про эту суку уже убили. Кстати говоря, люди те и убили ее. Так, тем забили, друзья, насмерть ее, а. Просто реально забили, а. Это было, друзья, вообще эпично. Они просто ее всеми, они всеми, друзья, ногами били ее, лопатами, вообще, капец, друзья. Забили эту суку гребаную, той команды Оверкилли. Как там, забыл, а, как там зовут, я забыл. Мэри Келли, он, друзья, вспомнил. Куратор музея Лондона. Да, мы как-то с вами обсуждали артефакты, которые ваши люди нашли. Вот и все. Теперь у нас меньше поводов для переживаний. Советую уходить. Вообще, друзья, такая изичная миссия была, такая коротенькая, интересная, блин, реально прикольненькая миссия, 29-я, прикольница, друзья, так, взломывать не нужно, так, очки технологии находятся внизу, сейчас, друзья, быстренько возьму их, если получится, хотя, скорее всего, хер я их возьму, а, ну да, скорее всего, хер, что это такое вообще, мне просто интересно, ладненько показалось, в смысле, ну, я подумал, что-то интересное, а вот таки нифига, ладненько, друзья, технологии, походу, не возьму, хотя, может быть, и возьму. Так, Элли, на самом деле, как туда попасть, а? Так, только там камеры нифига нету, а? Ну-ка, если тебя возьму управление, поможешь ты мне узнать? Сейчас, друзья, может быть и поможет, а? Так, там, скорее всего, есть это туннель, а? Ну, полюбайся, а? Так, 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 так. Это не то место. Так, тут у нас пауки. Нет, паука же можно взять. Получается, где-то вход есть туда. То есть, это такая короткая миссия, честно говоря, была, 29-я. Но, тем не менее, интересная. На самом деле. Так, это что у нас? Это не то, что мне нужно. Зараза. Так, 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 так. Просто интересно, куда реально можно пойти. Так, вот, вот находится. Так, а тут потяну. Так, 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 так. Не, я должен найти. Так, ты полюбай, если это вход есть, а. С пацаном, ботом, пауком или кем-то можно попасть туда. Хотя, я не вижу, конечно, входа на самом деле. Но вот, друзья, находится. Наши очки, технология. Как их взять, я не знаю, честно говоря. Это вспышка, камера, вся фигня. Так, может здесь есть туннель, а? Сейчас спасли меня. Да, где можно как-то пролезть, типа пройти. Так, это не то. Это тоже не то. Ну, скорее всего, друзья, ладненько, я сейчас не буду фигней стараться это делать, как говорится, друзья. Хотя, я, честно говоря, хочу. Но тут, друзья, просто нету. Я не вижу, друзья. Входа, по крайней мере, даже для дрона, чтоб он того прошел и все сделал. Я ничего не вижу, друзья. Именно для паука. Для бота паука. Не вижу. Хотя. Не показалось, а. Да, тут нигде нет входа, тут везде, друзья, получается, зафигачено. Хотя нет, друзья. Все-таки есть. Есть, друзья. Я молодец, я нашел. Давай, паучок. Контроль. Вот, друзья, я нашел, все-таки есть, я просто я был невнимательный, а. Ну, я балбесик, а. Бывает, друзья, самое главное, что я нашел. Вот сейчас, друзья, вход, друзья, сейчас быстренько возьму очки технологий и все, друзья, пойду, как говорится, миссию завершать. А вот тут еще и вода. Нифига себе, какие тут ловушечки, сука. Охереть, а. Так, вот паучок. Давай, я в тебя верю, давай.
все мои друзья все видят. Друзья, спасибо вам всем огромное за поддержку, вы реально хорошие друзья. Я очень рад, что со всеми вами подружился. Блэкпаук, спасибо тебе, огромное спасибо. Все, друзья, я быстро что-нибудь себе прокачаю. Так, команда технологии. Так, у меня, друзья, очков 40 технологий примерно. Так, я вот эту штуку себе прокачаю, думаю, я маскировщик Саван. Ни разу не думаю, хочу прокачать себе ее. Или, хотя, в принципе, не так она важна. Я думаю, скорее всего, вот это лучше. Взломать турель, мне кажется, намного лучше будет. Так, заставляет их атаковать союзников. Вот это нужная вещь, друзья. Пригодится в будущем, тем более, на скоро, друзья, миссии буду выполнять, где буду опять, друзья, с этим Найджелом Кассом будем сражаться. И с главой Альбиона. Ой, миссия реально прикольненькая была. У меня супер крутая киллерша, прикольный у нее наряд, друзья. В общем, она реально сама по себе прикольная. Мне как сказать, деваха. Сейчас, друзья, быстренько, класс. Сейчас, давай. Так, где тачила моя? Тачила хочу свою. А то не потерять. Так, тачка. Так, а еще потерял ее? С грузом мы разобрались, но канал поставок еще действует. Тут я могу помочь. Клан Келли получает Кронос Икс из Каира через агента Эбби Трен. Я узнала от информатора, что предыдущий груз сопровождала она. Тогда, полагаю, мы найдем ее в доках. Нужно убрать с улицы эту отраву. Так, задание выполнено, нет в наличии. Ага. Сори, тачка и свою просрал. Так, ну давай. Срыв сделки. Ух ты, 29-я. Миссия еще продолжается. Здесь Клан Келли получил груз наркотика Кронос Икс. Нужно найти Эбби Трен и убедиться, что это была ее последняя сделка. Я навела справки о наркотике. Препарат изначально разрабатывался для военных. В малых дозах ускоряет рефлексы, улучшает реакцию, превращает солдат в машины смерти. Вау. Нихера себе. Выходит, Келли хотят типа качнуть своих бойцов таким упоротым способом? Прикольный цвет. У меня круче. Да, уголь, так, еще такая же тачка. Друзья, 29-я миссия еще не завершена. Я думал все, друзья, а оказывается нет. Вау, так, добейтесь до цели в доках Роттерхит. Ух ты, прикольно. Вроде бы правильно прочитал, да? Роттерхит, да, друзья, я все правильно сделал. Блин, класс, срыв сделки, друзья. 29-я миссия будет называться «Нет наличия», в скобочках «Срыв сделки». Вау, крыф, супер, класс. Это реально класс, друзья. Музыку я вырублю, она, конечно, классная, но авторские права, друзья, нельзя нарушать, увы. Хотелось бы, конечно, нарушить, но не хочу бан получать на свой канал, на свои видео, имею в виду, на канал, конечно. Ой-ой-ой, все, друзья, погнали. Ну, друзья, классно, это чего, тоже прикольненькая. Реально, тачка неплохая, мне нравится. Опять, я еду в этом Найт-Сити. Найт-Сити. Ой, друзья, я реально, Киберпанк очень нравится мне, игрушка, реально нравится. Единственный минус для меня в этой игре, это баги. Они, их, конечно, немного, но они есть на ПК, даже на ПК. Конечно, ПК-версия лучше оптимизирована, чем консольные старых поколений, мне PS4 и Xbox старенькие. Ну, все равно есть баги, а. В принципе, баги в любой игре есть на самом деле, но киберпанки на ПК, слава богам, их не так много, а. Вот на PS, конечно, печаль беда. И на Xbox там много багов, а. Обидно, конечно. Ну, блин, проджики все равно, в любом случае, может быть, они сделали то, что обещали сделать, да. Но все равно, ну, я не считаю их плохими, на самом деле, они молодцы. В любом случае, мне игра нравится, а остальное не важно. Конечно, обидно за тех людей, кто ждал на консоли ее и такое получили говно. Но, ну, у меня плохая оптимизация и с багами многими. Но все равно, я надеюсь, они все исправят, друзья. И пляться у них восстановится. Проджики для меня молодцы. Я, конечно, Ведьмака ни разу не играл, но знаю, что Ведьмак у них охеренный. И Киберпанк тоже неплохой. Он, конечно, не шедевр, но неплохая игра. Мне она понравилась. Да, тачку, друзья, зеркало разбил. Капец, я молодец. Ой, сори. Мы, друзья, почти приехали к нашей цели. Класс, супер. О, какая же интересная 29-я миссия. Я думал, типа, она завершилась уже. А нет, друзья, 29-я миссия еще не завершена. Ух, вот, друзья, и доки. Мы приехали. Так, Сим-Сим, откройся. Давай. Эбби Трен должна быть где-то неподалеку. Ага, понял. Сейчас теперь она скажет, что, скорее всего, надо тихо попасть туда. Так. Опять, точно же, забыл, что тут Клан Келли. Так, камера. Где же находится Эбби Трен? Так. Это не она.
Только, то есть, а, это что у нас? Так, это у нас, то есть, я фигнюшка, терминал, понял. Так, где же Эбби? Так, камера, вот. Так, так, так. Тут даже нифига так много бойцов, а. И просто интересно... Пора прервать поставки наркотиков клану Келли. Нейтрализуй Эбби Дрен. А, я должен убить ее. Ну все, друзья, я опять заварушку устрою. Либо тихо убью ее. Хотя, то есть, я тихо убивать не хочу, честно говоря. Мне очень жаждется, поэтому... Не хочу, друзья, реально не хочу. Давай, сука, давайте, я готов, а. То есть эта миссия должна быть очень интересная, не скучная, где я по стелсу играю. Эта миссия по стелсу... В этой миссии не надо по стелсу играть, совершенно не нужно. Это... Друзья, в метро, когда я буду проходить в лучшую одежду, там, да, я буду по стелсу играть. Чтобы пойти на хорошую концовку, а. Больше Эбби Дрен не заключит ни одной сделки. Отлично. Кронос Икс едва не стал серьезной проблемой. Вы спасли множество жизней. Ага. Ага, и заодно поднасрали Кейна, похерив их связи с поставщиком. Тоже норм, чё? У нас еще много дел. Но мы взяли отличный старт. Сука, твою мать, а. Чуть не убили. Фига себе, прикольная маска. Так, сделки. Да вообще миссия короткая была. Ну, 29-я миссия. Так, по сути, это не миссия сама. Миссия в миссии была короткая. 20-я миссия, друзья. Такая прикольненькая, классненькая, что, друзья, быстро возьму очки технологии. Где они находятся? На самом верху. Твою мать, а. Валика, друзья. Опа. Блин, надо взять, надо взять. Давно такие штучки не брал, а. Это еще одна маска, офигеть, а. Ой-ой-ой. Сука, чуть не убил меня. Или не убил, а. Не убил. Все-таки, а. Сука, нельзя мою девушку убивать. Нельзя на мидокиллершу. Супер крутую девушку. Так, 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 так. Ну, уже как-то попасть, а? Да или нет? Скорее всего, наверное, нет, да? Так, ну, али можно. Офигенно. Отсюда, сука, что у него за пушка? Только что у них пушки брать нельзя. Только патроны можно брать, а? Обидно, конечно. То есть я попал на крышу. Сейчас быстренько я возьму то, что я хочу, все, что я хотел. Да, друзья, сейчас быстренько возьму очки технологий. Друзья, на самом деле, миссия такая интересная была. Ну, как раз будет... Вообще, следующая миссия у меня 30-я по счету, а? Я вот думаю, какую взять 30-ю, а? Так, знание, либо знание, миссия будет 30-я, либо 30-я миссия будет, как мотылёк на пламя, либо 30-я миссия будет, концепция изменилась. Пока, друзья, еще не знаю, но подумаю. Ой, все-таки, друзья, реально, 30-я миссия получилась такая интересная и боевая. Вот такие 10 миссии я обожаю. Мне кажется, друзья, тоже, мне кажется, друзья, нравится поставился играть. Ну, так вот налево направо всех убивать, друзья, мне больше нравится, реально очень нравится. Фух, кстати, друзья, я все-таки, друзья, потом, через недельку, может быть, через больше, друзья, планирую все-таки тупую DLC-ту в Резиденте добить, реально добью эту суку, а. Так, это не то место, да? Это не то место. Где моя тачка? Здесь, в принципе, я завершаю уже миссию, конечно, но тем не менее. Где моя тачива? Так, это то место. Во, во, моя тачка, друзья. Ух, ёб твою мать, как так-то, сука? Всё, обидно. Тачка разбитая, блин, жалко. Маленько, друзья. Зараза, тачилы нету. Реально, печаль, беда. Ух, там байк есть, прикольный. Ой, он впереди, а. По крайней мере, не вроде бы неплохой, а. Сейчас, друзья, я подойду к нему. Кстати, какая моя киллерша, друзья. Реально, вот ей, блин, реально байк подходит, прям так реально идёт. Реально, как это, друзья? Фух, класс. 29-я миссия под названием «Нет наличия» и завершена. «Нет наличия» и в скобочках «Срыв сделки» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Самое главное, друзья, я желаю вам и вашим близким крепкого, самого-самого-самого охеренного здоровья. Чтобы, друзья, у вас все в жизни было очень-очень хорошо. Ваш любимый, надеюсь, любимый, прикольный. Ютубер, стример, летсплейщик Димон, покемон. Вот такой необычный лимон. Всем, друзья, пока-пока. Вы лучшие, супер, друзья. Покедова. Суки, суки. Как всех крестец я хотел сказать, друзья, не получилось. Облом, бывает.
А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.